Сегодня в Волгограде еще день города начинается, то есть он идет 2 дня, 6-7 сентября, то есть это первые выходные сентября, всегда день города. И я на самом деле я очень счастлив, что здесь родился, потому что с раннего детства я знал, что мы вернемся и вернем все. То есть мы вернем себе утраченную Украину, утраченную Беларусь, утраченный Казахстан, Прибалтику, Польшу, Финляндию, другие страны, там Лос-Анджелес, Аляску. Хватит кормить Вашингтон. Вот. Ну, на самом деле я не считаю американцев нашими врагами, потому что американцы, они выглядят просто людьми, которые ответственны, да? Они защищают свою демократию с помощью оружия. 95% войск на земле это американцы, и они со всех сил защищают свою демократию, свои ценности. А у них есть слабые вещи, как и у всех. В этой игре чанской, которую мы с вами постоянно играем, она камень, ножницы, бумага, и еще некоторые добавляют ящерица Спок. Вот они, у них слабое место, они являются камнем, таким твердым, непробиваемым монолитом. Но вот против них выставлена великолепная бюрократия Соединенного Королевства и Содружества Британского. А вот камень заворачивается в бумагу. То есть, когда туда ехал в это Соединенные Штаты английский агент, австриец, как его зовут-то, господи, Зигмунд Фройд, он говорил очень важную фразу: «Я везу вам чуму». И сейчас вся Америка, она живет в состоянии стресса из-за психоанализа, из-за всех этих гнусных вещей, которые как, человек садится за деньги, начинает рассказывать, как ему плохо. Вот. Но мы сейчас хотел сказать не об этом, я хотел сказать о том, что повториться, опять же, о том, что цивилизация вины, которую мы наблюдаем, это европейская западная цивилизация, она отличается от цивилизации стыда, которая является восточной цивилизацией, когда ты убиваешь человека из-за того, что тебе стыдно, да? из-за того, что ты виноват и хочешь скрыть свою вину через преступление. Почему люди совершают преступления на Западе? Они чувствуют себя виноватыми и идут на то, чтобы исполнить свою вину до конца. Ну, на самом деле, это очень интересная тема. А мы сейчас двинемся дальше. Я все-таки решил проведать свой город. Нельзя же оставлять его в одиночестве. И сейчас мы зайдем в блиндаж. Блиндаж? А нет, по пути еще зайдем в зал славы. Ну, конечно, там ремонт идет. Мы с краешку так посмотрим. Я теперь понял, почему караул здесь стоит. Потому что зал славы ремонтируется, пантеон. А здесь Малмар Курган строили старые масоны, старые культуры, старые элиты. То есть люди, которые остановили войну. Они сказали: ну все, хватит, 27 миллионов, все, баста. 50 миллионов, баста, хватит. Они точно так же остановят войну между Китаем и Соединенными Штатами. Они скажут: ну все, хватит, Соединенные Штаты больше не страна, не будем их уничтожать, пускай живут Соединенные Федерации, американские, четырехчастные.